4 и 5 апреля во Дворце творчества детей и молодежи проходил муниципальный этап всероссийского конкурса «Весенняя капель». Хореографические номера были представлены в первый день фестиваля, во второй – вокал. Мы увидим различные выступления в номинации «Эстрадный вокал», «Народный вокал», «Академический вокал», сольные номера, дуэтные, ансамблевые, хоры. То есть фестиваль очень насыщенный, яркий. В нем принимают участие все образовательные организации нашего города, все школы и учреждения дополнительного образования. В фестивале приняли учащиеся разных возрастных категорий – от 7 до 17 лет. Участницы из ансамбля «Русская песня» не первый год выступают на конкурсе «Весенняя капель». По словам девушек, выступление им далось легко, без капли волнения. Как оцениваете вообще свое выступление? Мне кажется, то, что мы выступили хорошо. Тоже кажется, что хорошо выступили, но готовились. Как долго вы готовились и как шла подготовка ваша? Готовились, больше месяца, наверное, точно. Частые репетиции, повторение песен. Долгая подготовка, репетиции и продумывание образов до мелочей, отмечает ученица школы номер 2. Девочки выступили в двух номинациях младшей возрастной категории. Это военно-патриотический и эстрадный вокал. Как думаете, как выступили? Мне кажется, все прошло хорошо. Конечно, мы сначала волновались, но все равно, мне кажется, хорошо. Мне тоже кажется хорошо, но мы немного волновались, я немного волновалась. Как готовились к выступлению? Мы сначала находили песню, мы ее учили, придумывали к ней движение и потом иногда выступали с ней. Дома мы готовимся, наряды, костюмы, все такое. Наш педагог отвечает за то, чтобы найти песню, потом мы ее учим и потом просто поем и начинаем уже накладывать движение. Итоги двухдневного конкурса будут проведены на большом гала-концерте «Весенняя капель». Он пройдет 11 апреля во Дворце творчества детей и молодежи. На сцене в этот день будут представлены лучшие номера, а победители отправятся защищать честь нашего города на областном этапе фестиваля.